Я давно хотела сделать детскую одежду. И вот когда я сама стала мамой, я прям загорелась этой идеей. Коллекция хотела подчеркнуть детскую сущность. Непосредственность, легкость, свободу. Обязательно колорит добавить крымско-татарский. Немножечко его адаптировала для удобства ребенка, вот, но его использовала, потому что, на мой взгляд, он очень красивый и стильный, и практичный. Вот. Также, кстати, такие платья планирую для взрослых сделать. Уникальность, конечно же, в том, что я смешала современную одежду с этникой, крымско-татарским колоритом, добавила его туда. Это очень современно выглядит, и в то же время как бы наша культура подчеркивается.